Сейчас. Все, салам алейкум. Бегун, вот, идем к другу на хату его. У него, конечно, сегодня траур, но все-таки у меня настроение классное. Потому что на следующей неделе, может быть, что-то будет. А что еще? Сегодня, наверное, будем этот траур отмечать или обмывать как-то так. Ну и завтра Спайдермен. Все, наверное, на Спайдермен пойдем, наверное. А, все-таки планы строю на следующей неделе. Что-то, думаю, будет интересное. Ты снимаешь, да? Что еще? Побухать хочется с учителями. Ну, никак возможности нет. Но все-таки надо учиться. Домашку надо сделать завтра. Я учителю обещал. Что я на русском говорю? Хазанша сөз зөрин. Ертең со. Ежемусын дестеп. Шоу малып. Сәрсенбі осы. Сәрсенбі күні өзімді ойымды бітіріп. Бір адамға ойым бар еді. Сөйінде бір. Қалай айтсақ болады. Кәсіби бір. Предложение қаламызу. Ол болып қаса, мен күмәнді емеспін, ол мен қалайтысам ол жең олатыныма. Ол кен күмәнді болу ол дұрыс емес. Үмітсіз әр қашанда болу керек. Не болды енді басқа? Айсүрі бүгін арақ ішпейтін шығарым, темекіде шекпейтін шығарым. Мен вообще темекіде арақ ішемін. Сабақ оқып отырамын. Күні бойы кітапханада. Болда осы. Мен өзім аялдамам кеп қалды. Давай, до свидания. Без бэкен то с нами делят со чудесами. Из-за десай, кондисах, подправленный саунд. Мы не из тех, кто на измене валит на запад. Перезвони, если занят.